Народ, привет. Вот и прибежали мы с Наташей куда хотели. Сейчас вам показываю, где мы. Кстати, тут молодежь бежала сюда, в эту церковь красивую, а мы с Наташей просто пристроились за ними. Смотрим, они вбегают, и мы стали бежать за ними. Сейчас открою эту дверь. Вот такая называется Доминиканская церковь. Находится по вот этому адресу. Очень приятно. Наш флаг польский. Сейчас просто заходим. Очень много молодежи здесь. Но уже молитва началась, поэтому покажу вам кусочки. Очень красиво здесь на самом деле. Видите, молодчик на службу опаздывает. Очень красиво здесь. Кусочки старины, давнины. Слышите, уже молитва началась. Посмотрите просто только, какая красота. Как раз захотелось вам показать все эти вот какие-то отголоски древности, которые здесь находятся. Это просто красота. Какие-то римские мотивы, колонны. И люди спешат на службу. Кстати, скажи, Наташа заметила очень много молодежи. Почти вся молодежь. Практически все молодые. Практически все молодые люди. Кстати, священники такие красивые в белых рясах. Ну, туда я заглядывать не буду, потому что уже запрещено, началась служба. Наташа, и то мне говорит потише, не разговаривай здесь, но я думаю, что им меня не слышно. Это просто очень красиво. Я предлагаю молча пойти. Ну, молча и без комментариев будет скучно. У нас канал не скучный. Я не думаю, что меня слышно так очень хорошо, что заглушит молитву. Ну, заранее прошу у всех прощения. Это вот мне классно понравилось вообще. Смотрите, это вот как, я не знаю даже. И оно не за стеклом, оно не за стеклом. То есть можно потрогать эту всю старину давнину. Смотрите дальше, какая красота начинается. Это просто что-то крутое. Картины всякие с подсветками. Конечно, хорошо бы это все сняло, простите, когда будет солнце, но я не уверена, что мы сюда вернемся еще. А не показать вам такое я не могу, потому что это бесплатная достопримечательность. Да, картины я показываю, но их плоховато видно, и они как в отцветке. Наташа переживает, что я говорю, но мне кажется, я никому не мешаю. Вот красота какая. Просто вот обходите вот так вот кругом. Тут девочка дежурит, но она же меня не останавливает. Не, ну так прийти сюда, конечно, и погулять, и все это бесплатно. Мы очень далеко уже отошли от поющих, молящихся, поэтому я думаю, что все нормально. Очень красиво, очень. Двери такие, древний порог. Такое все уже. Все темнее и темнее. Все чудесатее и чудесатее. Очень много картин интересных. Ну вот, если увижу такую совсем интересную, обращу внимание. Это
Саша говорит, я быстро иду, но как бы тоже не хочу вам докучать, может, вам скучно. Поэтому так, покажем эту всю красоту. А картины тут даже есть немножко страшненькие, но если найду страшную картину, вам покажу. Так, это туалет, кажется. Конечно, очень нравится, что разрешают снимать. Все какие-то такие очень дружелюбные. А это что такое? Не знаю, наверное, сюда не пустят. Даже не понимаю, что там. Свечи, что ли? Ладно. Не будем наглеть и заглядывать. Служба, но заглядывать не буду. Читание священки пророка Еремяша. В часе облężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście i ręce całego ludu. Где мы видим их подобные слова. Вот эту картину я и хотела вам показать, где они свои головы держат. Отче наш, он читает. Простите. То, что меня сильно поразило и понравилось. Очень такая необычная церковь, доминиканская. Если будет у вас время, возможность, загляните. Интересные вещи здесь, конечно. И посмотрите внутрь. Она необычайно красива. Но опять-таки Моряцкий пока все еще на первом месте. Все. Миру мир. Дай Бог, чтобы все было хорошо. А мы идем гулять дальше по Кракову.